Здравствуйте, ребята! Вы, наверное, слышали слова «пословица», «поговорка». Пословица – это краткое мудрое выражение, имеющее поучительный смысл. Поговорка – это народное выражение, дающее меткую оценку событию, поступку или человеку. Пословиц и поговорок существует огромное количество на самые разные темы – о дружбе, о природе, о добре, о труде и многое-многое другое. Я предлагаю вам принять участие в проекте «Книга пословиц и поговорок о доброте». Для этого каждый участник сделает свою страничку этой книги, в которой будет одна пословица и подходящие к этой пословице картинки на тему «Доброта». А поможет нам в этом программа «Перволога». Сейчас я расскажу, как создать свою страницу с пословицей в программе «Перволога». Для начала вам нужно скачать файл проекта. На первой странице вы увидите заголовок нашей книги. Нажав на красную стрелку в правом нижнем углу, вы перейдете на новую страницу, на которой сможете создать свою страничку с пословицей. Здесь представлено сразу несколько пословиц о доброте. Вы выберете только одну, которая вам больше всего понравится. А остальные удалите инструментом ножницы, взяв их в верхнем левом углу. Я оставила пословицу «Доброе слово и кошке приятно». Обратите внимание, что пословица уже одета на черепашку, и ее можно перемещать по странице. Теперь мы создадим красивый фон страницы. Для этого в верхнем левом углу мы выберем панель рисования. Она у нас появилась с правой стороны. Выберем инструмент «Заливка» и нужный цвет. И закрасим ей страницу. Теперь нам необходимо добавить несколько картинок к своей пословице. Для этого в верхнем левом углу мы выберем черепашку и создадим ее на своей странице. Теперь мы оденем на нее нужную картинку из форм. Для того, чтобы открыть вкладку с формами, мы закроем рисовалку, она нам пока не нужна. И в правом нижнем углу есть слово «формы». Нажав на него, появятся картинки, которые мы можем одевать на нашу черепашку. Каждая картинка – это отдельная черепашка. У меня картинок будет две, поэтому и черепашек будет тоже две. Если картинка очень маленькая, ее можно увеличить. Для этого в правом нижнем углу выберем слово «команды» и черепашку со знаком «плюс». И каждую картинку увеличим. Если среди форм нет подходящей для вас картинки, то вы можете скачать нужную картинку с интернета, сохранить ее на своем рабочем столе и перетащить в формы. Для этого нам нужно открыть вкладку «Формы» и с рабочего стола перетащить в формы нужную нам картинку. Таким образом, она у нас появится в формах, и мы тоже можем одевать ее на черепашку. Итак, моя страничка готова. В ней есть красивый фон, сама пословица и картинки к данной пословице. А теперь создайте свою страничку с пословицей. Но не забудьте после выполнения сохранить свою работу. Для этого в верхнем левом углу выбираем слово «альбом», «сохрани как» и в появившемся окне выбираем адрес, куда мы сохраняем на своем компьютере данный файл. И нажимаем «сохранить». Желаю удачи!